хочу сказать вам следующее. Ребята, девчонки, мальчишки, не отчаивайтесь, если в вашей жизни происходят какие-то, на ваш взгляд, перемены не в лучшую сторону. Перемены ведут к чему-то новому. Закончился какой-то один этап, и начинается какой-то другой. Вы откроете новые двери, разовьете себя как личность, духовно обогатитесь. Главное, не отчаиваться. В моей жизни произошли большие перемены. Наши отношения в группе «Дискотека Авария» разорвались в нехорошей ноте. Но, несмотря на это, я не отчаиваюсь. Все в этом виноваты, понимаешь, если честно. Есть определенные моменты, что там кто-то предпочел дружбе что-то материальное, понимаешь? Ну, это их выбор. Я их не уважаю за это. Мой выбор в другом. Нет ничего ценнее любви на планете и дружбы. Если дружба действительно настоящая, то такими друзьями надо гордиться. А если друзья оказались друг и не друзьями, то еще одного такого друга и врагов не надо.